Всем привет! Это пустые баночки декабря 2018 года. И да, я их всегда снимаю ровно после окончания месяца, в первую или вторую неделю следующего месяца. И мне так удобно, и я буду продолжать так снимать. И я считаю это логичным. Почему я, собственно, об этом говорю? Потому что мне написали в комментариях, что я в 20-х числах декабря выложила видео о пустых баночках за ноябрь. Я так и не поняла, что в этом такого. Ноябрь кончился. Было бы нелогично, если бы я за ноябрь баночки выкладывала в ноябре, потому что месяц еще не закончен, и как можно снимать такое видео? Ну или там написали мне, там кто-то по два раза выкладывает. Нет у меня столько баночек, чтобы два видео снимать и времени. Ну и, соответственно, нужно же еще и видео в какой-то день воткнуть, да? У меня есть определенный график, когда я выкладываю свое видео, и, возможно, с небольшим опозданием оно вышло. Я не считаю, что это какое-то я преступление совершила или там что-то не так сделала, поэтому, да, вот сейчас январь, я не знаю, в какую дату я выложу это видео, снимаю его 4 января, а может быть, я 24 выложу. Я считаю, что это совершенно не поздно, потому что в любом случае это не приурочено к какой-либо дате, это просто то, что я закончила использовать и даю свой отзыв. Соответственно, он не может быть несвоевременным. Поэтому все, вот такое лирическое отступление от темы. Ну и начну я со средств для дома. Закончился ультракондиционер с аромакапсулами. Вот такой первый раз я его покупала. Что здесь у нас? Честно говоря, аромат. Ну, аромат и аромат. Вообще, все кондиционеры подряд покупаю, ароматы меняю, а по сути, все равно на белье чувствую только запах порошка, а запах кондиционера я как-то мало отличаю. Хотя порошки без запаха, но все равно есть небольшая в них отдушка. Этот кондиционер 11265, и как любой кондиционер Faberlic, я его использую не по той дозировке, которая указана на обороте. Здесь рекомендуется 20-30 мл для махровых тканей, 15-20 для шерсти, синтетика-полусинтетика 15-20 и ручная стирка тоже 15-20. 20 мл это вот у нас вот эта крышечка до резьбы, а я наливаю в машину примерно половину или две трети от этой дозировки, и мне достаточно для того, чтобы белье прекрасно гладилось и не электризовалось. Так что аромат нормальный. У меня, кстати, есть кто ощущает разницу в ароматах и заказывает только этот кондиционер. И второй по частоте заказов это зеленый с ароматом миндаля. Ну, вот этот тоже в фаворитах у девчонок, которые делают у меня заказы. Следующее, что закончилось, это мыло для кухни, устраняющее запахи с ароматом земляники. Первое мое впечатление, я помню, я вам показывала и говорила так: ой, пахнет земляникой, как вот какая-то там серия. И боялась, что оно будет оставаться на сковороде, как остаются некоторые его коллеги. Но нет, прекрасно смывается, никаких запахов не оставляет. Я даже больше скажу, я не очень-то отчетливо слышала аромат, когда я мыла им посуду. Я очень много его расходую на мытье сковородок и кастрюль, когда есть большие жировые отложения на посуде или накипь. Вот когда суп варишь, там бывают границы этого супа обозначены. Ну, в общем, вот эти моменты я мою этим мылом. И прекрасно все отмывала, хотя есть, у меня было ощущение, что оно не так пенится, как какое-либо другое. Но аромата я не слышала практически вообще. То есть я даже пыталась принюхаться и почувствовать запах земляники, но у меня это неплохо получалось, я не очень-то его ощущала. Поэтому не знаю даже, буду я покупать его повторно или нет. Возможно, куплю, когда мне не захочется ощущать вообще никакого аромата. Ну а для тех, кто вообще не любит ароматы, мне кажется, вот этот точно будет находкой, потому что едва-едва заметный есть, а такого, как, допустим, с пряностями или с орхидеей или с тропическими фруктами, здесь нет. Он такой более деликатный, более нежный. Дальше закончился у меня универсальный жидкий спрей пятновыводитель. Я его использую на манжеты, на воротнички, у рубашек, на какие-то пятна. Допустим, у меня вот сын приходит из школы в белых рубашках, у него вот эти места просто все затерты, видимо, парты грязные. У нас, в принципе, грязный город, и если
открыты окна на проветривание, то с улицы заносит все что угодно. Они учатся на третьем этаже, но это очень низкий этаж, туда все долетает. И, соответственно, рубашками все это стирают. Он приходит просто с коричневыми вот этими местами. И чтобы вручную все это не застирывать, я наношу универсальный жидкий вот этот спрей-пятновыводитель и просто потом закидываю стирку с отбеливателем или с пятновыводителем. Ну, чаще с отбеливателем, потому что это белые вещи, и они выходят совершенно чистыми. Также на очень загрязненные следочки носков белых наношу. В общем, это незаменимая штука у меня, и я пользуюсь постоянно, поэтому не просто я не повторю, у меня есть сейчас в использовании, и в запасе еще пара баночек стоит, потому что бывают они по 99 рублей, а обычная цена в каталоге 159 рублей, это на 60 рублей. Разница очень значительная, поэтому беру всегда в запас, чтобы не ждать акции и какое-то время не перебиваться без этого пятновыводителя. Дальше закончились сразу две упаковки влажных салфеток от пятен. Одну я принесла с работы, а вторая закончилась дома. На что я их сейчас использую? Я не часто обляпываю одежду, будучи на работе или где-то в кафешке. Используйте салфетки сейчас в зимнее время года для очистки замшевой обуви. Использовать салфетки для кожаных изделий для замшевой обуви не вариант, потому что они, во-первых, для гладкой кожи, и если их использовать на замшу, то замша просто будет лосниться. А вот от этих салфеток, я прошу прощения, от этих салфеток ничего с замшей не происходит. Ну и кроме обуви я также очищаю манжеты у пуховика. Я очищаю воротник от тонального крема, ну и какие-то пятна, которые на верхнюю одежду садятся, где-то рукавом, где-то об машину грязную ты тиранулся, и все. И сейчас меня за это слово обязательно кто-нибудь клюнет в комментариях. Ну ладно. В общем, эти салфетки у меня прям в большом ходу. Стирать ради 2-3 пятен целый пуховик не хочется. Во-первых, повреждается структура пуха и пера, все это начинает вылазить, ломаться. С такими салфетками мы просто продлеваем жизнь пуховика, и не нужно его лишний раз стирать, сушить, там как-то этот весь пух-перо потом все это расправлять. В общем, салфетки выручают. Я могу за зиму, ну, может, один, может, два раза постирать пуховик, а все остальное время справляться вот с этими салфетками. Следующие опять закончились у меня влажные салфетки, одни для уборки, универсальные, 40 штук в упаковке. Я ими двери протираю, и пыль везде протираю, в общем, все что угодно, подоконники. В общем, все, что можно было протереть мокрой тряпкой, я протираю этими салфетками. У них есть специальный хорошо отмывающий состав, их не нужно смывать, и это просто моя палочка-вручалочка, они у меня есть всегда, и периодически они в пустые баночки попадают. Потому что я им пользуюсь постоянно. Из новинок влажные салфетки для стекол и зеркал. Я уже давала на них отзыв, по-моему, когда делала повторную упаковку. Уже есть у меня запасная упаковка. Очень понравились эти салфетки. Чем? Они на самом деле очень быстро сохнут. Вот вытащил салфетку и сразу начинаю протирать зеркало или стекло. Кто-то пишет, что оставляют разводы. Вот когда очень загрязненная поверхность, вы сначала протрите просто тряпкой. Ну, например, окна, да, вот я мыла окна, я сначала обычной тряпкой все протерла, а потом уже начисто вот этими салфетками протирала, у меня разводов не осталось. Если по очень грязному стеклу салфеткой провести и помыть, то, конечно же, останутся разводы. На зеркалах тоже у меня разводов не осталось, потому что они в квартире, они чистые, то есть на них такой грязи нет. Ну, или если вам не жалко, достаньте две салфетки, сначала смойте основную грязь, если это окно, и у вас, конечно же, будут разводы, потом достаньте еще пару салфеток и протрите уже начисто, насухо, и тогда точно будет все в порядке. Я просто за, не знаю, 15 минут перемыла кучу окон в квартире именно салфетками. Если бы у меня их не было, я бы в жизни не пошла наливать это ведро, тряпки, кучу этих всего. В общем, я терпеть не могу мыть окна, и только благодаря этим салфеткам у меня на зиму были помыты окна. В общем, вот так вот даже. Да, я могу даже не помыть окна в зиму. У нас бесполезно их мыть. Вот у нас такой город, что бесполезно мыть окна. Ты только их помыл, у тебя через день ровно такие же окна. Я промываю чаще всего между окон. Вот это пространство, когда при открывании что-то из него может залетать.
там просто можно совком сажу вычерпывать. Вот настолько у нас грязно в городе, и что растираешь бесконечно, потому что даже при наличии кондиционера все равно приходится открывать окно, и на шторы налипает такое, что они даже на ощупь другие. В общем, тихий ужас, поэтому, вот вы знаете, я когда жила в областном городе, в Челябинске, там очень чистый воздух, там окно помоешь и любуешься на него, я не знаю, месяц, больше, наверное. Здесь такого невозможно, поэтому я считаю это неблагодарным трудом и лишней тратой времени мыть окна здесь. Это, ну, просто, это просто все бесполезно. Закончился у меня концентрированный стиральный порошок для цветного белья. Сейчас зима и светлые вещи, белые вещи я ношу не так часто, как цветные. Соответственно, больше в ходу порошок для цветного. Начала даже использовать для черных тканей, потому что зимой у нас все-таки больше черных брюк. Не знаю, там у дочери одежда есть темная. Вот. Белая пока не заканчивается. Белая будет у меня в ходу летом. Следующее. Так, средства для дома закончились. И пошел у меня гигиена. Я буду все подряд брать. Гигиена, декор и уход. Ну и из декора взяла я тушь, у меня закончилась, пушап, не то чтобы она закончилась, она немножко подсохла, и я ее не разбавляю, она даже на вид как будто бы еще и даже и не подсохла, но на ресницы наносится уже не так, как мне хотелось бы. Уже появляются затруднения, где-то она налипает, где-то наоборот не прилипает, и я просто прощаюсь сразу с такой тушью, это происходит, ну, раз в месяц, может, раз в полтора месяца. Тушь я покупаю очень дешево, по каким-то акциям, ну, порядка 120 рублей за упаковку. И мне не жалко ее выбросить, потому что, ну, это не те деньги, ради которых стоит плясать танцы с бубном, разбавлять там что-то туда, капать капли или там, не знаю. В общем, нет, нет, я это больше не делаю. Если вы хотите тоже за небольшие деньги покупать тушь, проходите по ссылке под видео, регистрируйтесь в компанию Faberlic и... можете покупать все то же самое за такие же деньги, получая кэшбэк, который можно использовать в последующем для заказов. Ссылка под видео, там же мой номер консультанта, обязательно его укажите в графе вашего знакомого консультанта, тогда вы попадете именно ко мне, и я буду вам помогать в Faberlic делать заказы, помогать какие-то ситуации решать, если у вас там что-то не так пошло. То есть я просто буду вашим помощником, вы не останетесь одни, и не останетесь без помощи. Артикул туши 5471. И большой плюс вот для тех, кто еще эту тушь не покупал, не заказывал, я скажу такой. Во-первых, это очень черная тушь, то есть с первого слоя у вас будут черные причерные ресницы. Если вы нанесете 2 и 3 или 3 слоя, то у вас будет просто эффект накладных ресниц. Причем это будут реснички подкручены. И несмотря на то, что щеточка выглядит вот таким образом, она силиконовая. Силиконовые щетинки, ворсинки здесь очень-очень нежные. Они не колят глаза. Вот я терпеть не могу тушь с силиконовыми кисточками. Те, у которых прям такие, как острые иголочки, они торчат. И мне они царапают глаза. Вот эта тушь, я даже не поверила, что силиконовая кисточка у нее, настолько мягкие у нее щетинки, что я смыла с нее абсолютно весь продукт и убедилась, что она силиконовая, да, там действительно силиконовая кисть. И единственный минус этой туши, она бывает отпечатывается, если у вас жирный консилер под глазами или у вас, в принципе, склонный к жирности веки или крем для век у вас жирный, то она может отпечататься. Поэтому вот за этим моментом нужно следить. А в остальном это просто супер тушь. Я бы сказала, что она не хуже многих люксовых тушей, которыми я когда-то в жизни пользовалась. Следующее из декоративной косметики. Закончился у меня тональный крем FF. Это из серии Marie Way. Я даже не знаю, есть он у нас сейчас в каталоге или в продаже за каталогом, есть или нет. Этот тональный крем шел в одном оттенке 61-28 и подстраивался под тон кожи. Я... сделала запас когда-то, когда этот тональный был у нас по акции. Набрала его рублей по 130. И у меня еще в запасе есть. Я им пользуюсь и очень его люблю, несмотря на то, что он тяжело разносится. Но я сейчас не буду долго о нем говорить. Просто потому что, если вдруг я сейчас нахвалю, его больше нет, то ваше разочарование будет
больше, чем если мы сейчас закончим. Дальше. Закончилась у меня однушечка теней Макс Фактор, уже с треснутой крышечкой. Я вам неоднократно показывала эти тени. Когда делала макияж, это были, ну, такие базовые тени, которыми я иногда подсвечивала под бровью, иногда просто накладывала на все подвижное веко для того, чтобы просто высветлить вместо консилера века, немножко выровнять тон. Ну, неплохие тени, мне очень они понравились. Не знаю, существуют сейчас. Я думаю, вряд ли такие существуют. Все обновляется очень быстро сейчас в косметических и в парфюмерных марках. И то, что ты покупал, допустим, даже там 2 года назад, вряд ли уже сейчас существует в том же самом виде. Блеск Бью – это такой лаковый, действительно лаковый блеск. У меня закончился в оттенке 22. Вот он точно существует, это такой нежный-нежный бежевый оттенок, немножко у него есть какой-то розоватый подтон, и он действительно лаковый. Не надо здесь наносить десятки слоев, он просто с первого слоя выглядит лаком и очень красиво блестит. Я делала сравнение с нашим лаком для губ, наш лак это просто жидкая помада плотная, а блеск Бью это действительно лак, который очень красиво лежит на губах. Немножко, может быть, он растекается, но это не так, как, допустим, наша же фаберликовская помада Рената. Даже если он чуть-чуть подтек, его не видно, потому что он глянцевый, и все это отражает свет и не так заметно. У меня есть в другом оттенке, стоимость его без акции рублей 850, я покупала последний раз за 600. Ну, точно оттенок этот я повторять не буду, он немножко бледнит мне лицо. Немножко ошиблась когда-то, но я его весь допользовала, просто потому что он очень приятный. Так, дальше. Закончилась зубная паста Colgate. Это просто у нас, ну, такой расходник. Я уже говорила, что очень люблю эти пасты. Дальше закончился, даже не закончился, испортился у меня бальзам. Вот такой бальзам для губ, мне его дарили, и я начала его использовать, и осталась очень довольна. А в какой-то день я просто открываю его, начинаю наносить на губы, а оттуда вытекает просто водичка. Вместо густого бальзама вытекает водичка, и аромат такой уже подпорченный. Я, скорее всего, долго держала его нераспечатанным, распечатала, и у него срок годности, скорее всего, вышел. Здесь еще бальзам остался, но уже пользовать его невозможно, хотя я, возможно, когда-нибудь повторю покупку этого бальзама, мне он понравился. Следующее, что у меня закончилось, шаг Б. Вот тут почему-то у моих подруг всегда заканчивается быстрее других шагов из ABC-пилинга шаг А. У меня всегда заканчивается шаг Б. Причем, если вы делали перерыв, ну, допустим, вот на лето, да, весной вы купили ABC-пилинг, сделали сколько-то процедур, потом у вас перерыв на лето, открываете его осенью, и шаг Б воняет. Воняет просто прогорклым кремом. Я не понимаю, почему шаг С не пахнет, это прям крем для лица. А шаг Б начинает подванивать, и я его допользовала, он, ну, что там, в течение минутки ты поскрабировал лицо, по сути, это скраб. Поскрабировала лицо, ничего страшного, я потерпела этот запах. В общем, конечно, я ABC-пилинг использую, и сейчас у меня свеженький шаг С, он так не пахнет, в общем, все в порядке. Дальше использовала я вот такую масочку, это серия Beauty Lab с эффектом лифтинга. Использовала ее перед Новым годом и после Нового года. Здесь одна маска на однократное применение, но она состоит из двух частей. Из гелевой, которую я использовала в первую очередь, и вторая тканевая. Ее нужно снять при первом использовании и выбросить. Но я не выбрасываю. Я ее использую как обычную тканевую маску. Я ее обратно складываю в этот пакетик, в котором очень много жидкости. Той, которая как раз на кожу и воздействует. И на следующий день я эту тканевую маску накладываю на лицо. Она достаточно быстро высыхает относительно гелевой. Но все равно то средство, которым она была пропитана, все-таки работает и работает замечательно. Поэтому я такую масочку всегда рекомендовала и рекомендую. Она прекрасна. Подтягивает лицо перед каким-то мероприятием. Это такая экспресс-помощь, если вы уставшие, если у вас там какие-то проблемы на лице. Вот быстренько очистите лицо и наложите эту маску минут на 15.
Что мне приходится делать? Единственное, дорабатывать эту маску. У меня из-за того, что, видимо, высокий лоб, мне не хватает вот этого расстояния. Я разрываю ее на переносице. Для того... И у меня расстояние получается, часть, которая ложится на нос, и часть, которая начинается на лбу. Вот такое расстояние мне не хватает столько в маске, поэтому я здесь ее разрываю, и она у меня прекрасно ложится на лоб. И еще с запасиком она ложится вот на эту зону под линией нижней челюсти. И все это прекрасно ложится. В общем, маска клевая. Попробуйте один раз, потратьте 149 рублей, вы получите на самом деле две маски. Ну, если не хотите так, можете сразу выбросить все и открыть потом вторую. Но я вот использую за два применения. Дальше закончился у дочери тоник матирующий, очень ей нравится, уже второй у нас в использовании, да не второй, это я уже не знаю какой, в общем, следующий такой же она использует, ей нравится, несмотря на то, что вот, вот честно, мне не нравится здесь аромат, и он какую-то липкость на лице оставляет, а аромат прям, ну чуть ли не жидкости для снятия лака, такой противненький, я не знаю зачем, то ли это вот манука так пахнет, то ли что, но как-то вот так. Дальше закончился у меня ночной крем Platinum. Почему он закончился вперед дневного, я не знаю, но закончился, да. И это вообще моя любимая линейка Platinum. Слушайте, солнце у меня прям все больше светит. Я не знаю, куда встать, чтобы было хоть как-то равномерно. На мне распределялся, но... Ну ладно, вам же главное продукт увидеть и услышать, правильно? Так, ночной закончился быстрее, наверное, потому что я более толстым слоем его накладывала. Это моя любимая линейка Platinum, и куплю ли я ее сейчас повторно? Сейчас вряд ли. У меня есть, во-первых, крем Retinol Like, который я приобрела, и мне нужно его использовать. У меня есть еще и Гардерика, у меня есть еще и Renovage, то есть сейчас у меня запасики кремов есть. А вообще, я очень люблю эту линейку, и повторять, конечно же, буду. Закончился у меня из умывания совершенная пенка Гардерика. И я прям ждала, когда закончится, потому что, честно говоря, вот этот вот цвет на упаковке меня немножко приводит в уныние. Я очень зависима от солнца, вот сегодня солнце, и у меня априори хорошее настроение. Когда я просыпаюсь, а идет дождь пасмурный, или там снег, или смог, все, у меня уже половины настроения нет. И я зависима, да, от цвета. Если я смотрю вот на такую упаковку, у меня сразу поднимается настроение. Если я смотрю на такую упаковку, у меня сразу настроение немножко пускается вниз. В общем, все, что оранжевое, желтое, красное, мне придает наоборот настрой. И когда я вижу эту упаковку, ну, на меня прям тоска нападает. Сама пенка по себе очень хорошая. Если у вас нет таких загонов по цвету, как у меня, то вам 100% она понравится. Она мягкая, с приятным ароматом и очень-очень нежная. Сейчас у меня вместо нее Renovage. Renovage, если кто видел линейку, она в бежевых тонах пастельных. Более приятна моему глазу, и я ее с удовольствием использую. Следующее, что у меня закончилось, это влажные салфетки для интимной гигиены. Очень редко они бывают мне нужны. Но вот бывают, это тоже с работы у меня принесена упаковка. Ну, сказать, что они прям кардинально отличаются от таких салфеток из того же Ашана, я не могу. Вот для меня это, ну, салфетки и салфетки. Честно говоря, в каталоге они у нас немножко дороговато стоят. Я покупала, по-моему, рублей за 15 или за 20, причем штук 20 в упаковке. В общем, можно купить дешевле, поэтому повторно я точно покупать их не буду. Я их когда-то купила, две пачки, и мне их и хватило надолго, ну и просто сравнить, да, есть ли разница. Я для себя разницы не обнаружила. Закончился мой любимый дезодорант La Creme. Прекрасно держит, ну вот, честно говоря, был тут у меня случайный эксперимент. 48 часов он все-таки не держит. Примерно через 36 часов ты начинаешь чувствовать, что все, ты забыла попользоваться дезодорантом. И у меня так и было, я просто забыла. И когда я начала ощущать влажность под мышками, я поняла, что я начала думать, как так-то, что происходит? Ведь я всегда одинаково пользуюсь дезодорантами на чистое сухое тело, что происходит? Оказалось, что я просто забыла его нанести с утра, как я это делаю. То есть я раз в 24 часа обновляю слой дезодоранта, а тут не обновила. И все, и прошло примерно 36 часов с момента последнего использования, и я почувствовала, что все,
То есть 48 часов вряд ли он держит, но 36 это точно. Ну и даже через 36 часов у меня не было вот таких мокрых подмышек. Я не знаю, ходят люди с такими подмышками, для меня это прям, ну, табу. И если вдруг вот я так забыла, все, я побегу в туалет, начну все промакивать, все, чтобы, не дай бог, у меня где-то пятнышко появилось, я вот этого прям терпеть не могу, поэтому покупаю антиперспиранты. Да, говорят, что они вредные, что они все закупоривают, и потом плохо от этого. Ну, я не знаю, когда это плохо наступит, тогда я, наверное, откажусь, но пока только хорошо у меня, поэтому антиперспирант это мой продукт. Ну и закончу я не на Фаберлике, а на Лореале. Это средство для снятия макияжа с глаз и губ двухфазное. Это то единственное средство из покупных, которое мне не щипит глазки. И прекрасно снимает единственное макияж, да, я не договорила слово. Единственный момент, если его не смыть, то оно пленочкой вот такой застынет вокруг глаз и будет очень некрасиво, просто будешь на себя смотреть и ужасаться, что же у тебя с веками происходит. И да, я хочу сразу ответить на вопрос, почему ты, наверное, неправильно пользуешься. Нет, я пользуюсь двухфазными средствами по правилам. Сначала я взбалтываю флакон, выливаю именно сразу смешанные две фазы на ватный диск, и на поверхности остается жирная фаза. На другую сторону диска жир не протекает, только тонизирующая часть переходит. И сначала я жирной частью убираю остатки макияжа, переворачиваю диск, и вот эту жирность снимаю тонизирующей частью. Но этого недостаточно. Все равно это все не уходит, не снимается. Поэтому я все это смываю просто водой. Или там, не знаю, мицелляркой. То есть, ну, чем-то я это домываю обязательно, чтобы вот этой пленки у меня не возникло. Ну, собственно, все. Это все мои пустые баночки декабря 2018 года. Кто хочет покупать продукцию Faberlic с кэшбэком до 26%, добро пожаловать ко мне в команду. Проходите по ссылке. Не забудьте указать мой номер консультанта для того, чтобы попасть именно ко мне в команду и для того, чтобы я была вашим помощником в этой компании. Ну, на этом большое спасибо всем за просмотр. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч. Всем пока.